какие вообще вот проблемы сейчас существуют с уборкой города? Реальные проблемы. Не то, что какие-то популистские, как мы здесь слышали, что-то надуманное. Реально. И чем люди, обычные люди, автомобилисты те же самые, могут помочь в уборке снега? Сейчас, на данный момент, самая острая проблема – это нехватка техники для уборки тротуаров в городе. И, соответственно, те автомобилисты, которые могут помочь, это не парковать свои машины на сугробах, где не убран снег сейчас, на данный момент, на обочинах дорог и проезжей части. И вопрос вот этот сейчас возник, 7 часов утра, 6 часов утра, принципиально это или нет? Или все-таки принципиальнее увеличить и поменять штатное расписание и увеличить число вот ручников? Но это сложно сейчас сказать, да, почему? Потому что у дирекции благоустройства есть летучая одна бригада, да, которая работает по всем 4 районам, которая выполняет там определенный спектр своих функций в части уборки, в том числе. Если что-то острое и срочное появляется, соответственно, они и в 6 тоже могут прилететь и убрать. Надо не забывать, что в дирекции благоустройства тоже работают люди. И, соответственно, к 6 часам утра, для того, чтобы выйти на работу, им тоже нужно добраться до работы, до этой. Поэтому здесь нужно смотреть, и как правильно депутаты сейчас сказали, опять же, на трудовое законодательство.